Камера, мотор. Надо говорить. Мы увлеклись съемками YouTube и решили, что для лучшего качества съемки нужно заказать стабилизатор. Халя. Палю. Опачка. Это какой-то мусор. Он такой маленький, я думала, там что-то побольше будет. Так, вот так. Показываем. Выглядит эта машина. Еще здесь что-нибудь есть интересненькое. Вот так. Я открываю коробку. Ну что рассказывать? Короче, так, это какие-то здесь... это чехол. Так, мешочек. Здесь инструкция по использованию. То, что обычно ни один человек в мире не читает. Осмо. Прикольно. Так, что здесь еще есть? Кабель. Это для зарядки, я так думаю. Все, больше ничего. Так. Вот такое все тяжеленькое. Боже мой. Как он тут заклеил? Так. Это первая часть. А это, наверное, самая нижняя три ножки. Чпок. Очень красиво. Вентилятор. Так, теперь самое... Ну, он такой тяжелый. Прям в руке. Так. Вот так это выглядит. Я так понимаю, вот так это будет держаться в руке. Тут какие-то всякие штучки. И в какую сторону я только что крутила? Ах, вот так. О, боже. Очень страшно. Если бы вы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Так, вот эта штучка. Это... вот такая. Она поменьше, я ее повыше покажу. Это, видимо, там, где телефон держится, оно крепится. Вот здесь. Я хочу так повыше показать. Там экранчик, видно? Там заряд показывает. И, ну, в общем, как это все обслуживается, надо, конечно, почитать. Я понятия не имею. Ну, как-то на нем здесь тоже можно управлять. Тяжеловатая штука. Но выглядит, конечно, очень мощно. Надо вот так скачать приложение для подключения. Здесь такой QR-код. Что-то подгружает. А, здесь на видео, как пользоваться этой ерундой. Что здесь еще? Это для съемки. Одно тоже от него приложение. И что это такое? DJI Store. Это я не знаю. Тут была еще вот такая инструкция, что надо сначала скачать приложение, потом как он разбирается. Оказывается, еще вот эта штука сама после разборки, она должна вот так выдвигаться. Но мы пока еще не поняли это как. Мы только смогли прицепить магнит. А здесь вот этот резьба. И вот это на шурупчик накручивается, если тебе стабильная съемка нужна, тогда он стоит. Вот. А, ну магнит я уже показывала. Еще мы не пробовали туда телефон всунуть. Но сейчас вот это посмотрим и включимся дальше. Так, мы... Надо вот это вставить. Страшно, что мой телефон поцарапается. Подождите. Окей. Теперь. Мы уже посмотрели. Тут заблокировано, вот так разблокировано и наверх. Это он уже сам все делает. Вот эта штучка. И тут тоже точечка. Опа-да. Теперь надо зайти вот сюда. Угу. Там написано, что он нашел вот этот аппарат. Теперь, чтобы с блютузом, авторизирован. By FVN.
Это местоположение. Hello. Тут нужно разрешить, что он доступ в галерею имеет. И камера. Окей. И микрофон, конечно же. Ах, угу. Поехали. 100-500 настроек. Ну, закрывай. А, это они объясняют, как этим пользоваться. Мы подтверждаем, что мы это уже посмотрели. Окей. Показывает, что у нас на столе. Так, чтобы начать снимать, вот сюда нажимаю. Давай подвигай. Не резко так, потихоньку ты что? Ну, я потихоньку. Видишь, он как будто бы так поворачивается. Ну, он плавно ездит, он плавно? Так и должен ездить. Это так и должно быть, да? Ну, конечно. Окей. Он типа сглаживает вот это все твои движения руки. Ну, да. Поймай меня. А ну, нажми вот так и держи. Алло. Нажми вот эту зелененькую, держи. И я буду отходить и посмотрим. Нажал ты? Угу. Крутит? Да ты не крутись. Ты руку не поворачивай. А он за мной. Класс, когда сам снимаешь, он за тобой идет. Это за кумиша Гефюля. Надо еще раз туториал посмотреть, ничего не понятно. Так, мы разобрались, как это работает. Вот так вот он уже разблокирован. Тут наверх он включается. Потом достаем телехвон, на нем магнит. Этот магнит должен очень правильно тут соприкоснуться. Ну, я надеюсь. Возможно. Да. Потом заходим в приложение. Ой. И все. Можно снимать. Сделаем вот так. Это прикольно. И нажимаем сюда. И вот он уже снимает. Поворачиваешь. Все красиво снимает. Так непривычно, что он все так плавненько ведет. Вот так. Видите? А, вертикальное положение, горизонтальное. На вот эту кнопочку два раза нажимать. Если мы закончим съемку, например, сюда три раза нажать. Три раза, раз, два, три. Это фотка. И будет фотка, да. Можно сфотографировать вот так. Чик. Я сделала фотографию. Отойди, я могу так еще показать. Ну, чтобы вот здесь было видно. Видно меня там? Угу. И можно сделать раз, два, три. Тоже нажать потом на видео. Ну и типа, если я была зафиксирована. Короче, когда ты зеленым светишься, ты зафиксирован. И он тебя должен, по идее, искать. Да, вот он со мной поворачивается. Ну, прикольно. Потом ты эту фиксацию убираешь и все просто снимаешь. Вот так. Ой, нет, это слишком. Ну, еще надо, походу, поучиться поснимать. Лучше, конечно, себя фиксировать. Он тогда далеко не уходит. Он... О, видишь? Он тогда не уходит далеко. Ты можешь рукой... Mm-hmm. Извините. Ты можешь рукой вот так делать, и он на тебе держится. А если ты фиксацию убираешь и дернешься вот так, то он... Ну, как бы по инерции отодвигается. Короче, классная штука, что я могу сказать. Но класс, снимает, конечно, хорошо. Это моя вжичечка. А качество какое? А, да, вот здесь еще в этом приложении есть выключи съемку. Параметры съемки. И мы выбрали 4К и 30 FPS. А, как выключать? Вот эту кнопочку зажимаешь. Он отрубается, потом его нужно вот здесь держать. И сверху тоже. И вот так вот просто в бок. Все.